Сделать свою жизнь ярче и осмысленнее, наполнить ее запоминающимися событиями – это то, что побуждает юношей и девушек вступать в Белорусский республиканский союз молодежи – самую многочисленную молодежную организацию страны. Она объединяет в своих рядах небезразличных к своей родине и ее будущему молодых людей, а также помогает раскрыть творческий потенциал каждого. Ребята вступают, например, в школе в нашу организацию, дальше продолжают быть участие в университетах или в колледжах, и когда идут работать какие-то организации или предприятия, тоже там остаются членами БРСМ и также активно принимают участие в нашей деятельности. В Московском районе города Бреста в ряды организаций входят 4350 молодых людей, и к их числу постоянно прибавляются все новые активные деятельные юноши и девушки. На этот раз свои членские билеты и значки в торжественной обстановке получили еще 57 школьников. На каждого из них в администрации Московского района возлагают большие надежды и приглашают сделать свой город и страну лучше, реализовав совместные проекты. В этом зале сегодня собрались интересные, молодые, инициативные ребята. Те ребята, за которыми будущее нашей страны. Сегодня перед вами открыты все двери. Мы всегда рады и приветствуем любые ваши идеи и ваши какие-то начинания. Поэтому вы должны, каждый из вас, знать, что все ваши правильные мысли, все ваши новые идеи, которые бы вы хотели воплотить в жизнь, вы всегда можете с этими идеями прийти к нам сюда, в администрацию. Наши двери для вас всегда открыты. Теперь впереди каждого из этих школьников ждет яркая и насыщенная жизнь в Белорусском республиканском союзе молодежи, наполненная множеством интересных встреч, акций и мероприятий. Я считаю, что это очень большая организация, в которую должен вступить каждый и не пройти мимо. Ранее я много слышал о деятельности БРСМ. Теперь, став членом БРСМ, я буду принимать участие во всеразличных акциях, патриотических акциях. С этого момента на каждого из них налагается и особая ответственность – служить примером для других в учебе и поведении, содействовать развитию в Республике Беларусь гражданского общества, основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях.